Всем привет, с вами Рэмплей. Мы продолжаем проходить в Far Cry Primal. Я рассказать тебе про Такара. Много солнца он идти. Саблезубый охотится, он спасать Сайлу. Надо предупредить про Удо. Far Cry. В этой серии пойдем за мастером Тинцеем. Я не знаю, успеем мы за одну серию, нет. Сходим, посмотрим. Сколько сейчас вот времени надо? Заметь, чем особо долго не растягивать. Я думаю, за одну серию мы, наверное, не успеем, потому что там, в принципе, довольно-таки далеко идти. Так, это у меня... Ну, это мне пока ничего не надо, у меня тут нет ни хрена все равно. Так, в прошлой серии спасли Сейлу, короче, она сказала... людей сюда присылать, чтобы... народ был, все дела. Так, выделяем этого мастера хренова. Нет, давай сначала... аванпост один захватим, вот этот, а потом к мастеру. Все по дороге будет, да? А мы пост захватим, люди прибудут. Так, сейчас мне нужен лук. Потому что с копьем особо-то не поохочешься. Это надо близко к жертве подходить, а они все очень пугливые здесь. Соответственно, ходу дают сразу. Да, сейчас захватим этот костер. Ну, это типа мини... Ну, а вам пост, что ли, какой-то чуть такой был? Собирать, кстати, ресурсы надо. Палки всякие, камешки и все пригодится. Так, вот я слышу кого-то. Это козлы, они, в принципе, нужны для мяса. Я не разобьюсь тут, он сейчас должен умереть. Да, опыт дали, значит, умрём. Рез все собираем, пригодится все делать. Давай. До максималки делаем. Где он умер? Он вот сюда побежал. Мясо, если кто-то не в курсе, нам надо для отхила. А где он умер? Вот. Снять шкуру. Вот такой вот запах, вот который сейчас тут был, вот он, да? Это запах редкого животного, то есть, который редко обитает где. Чисто на брошюрке подглядел. Его, соответственно, довольно-таки редко добыть. Где тут кровище? Что-то он прям, ну, тек, походу, нехило, да? Сланец берем. А где он умер-то? Я его не вижу. Мяса сейчас заполним себе, чтобы спокойно могли лечиться, потому что лечимся мы мясом, соответственно, много мяса. Давай, забираем. О, а это что такое? Ресурс какой-то висит. Сбить можно, давай, быстро. Прочная древесина. Да, вон она, редкая тварь вот отходит. Ушла, да? Ладно. Пока не до редких тварей. Когда у нас будет своя живка, то есть мы приручим, мы будем ее натравлять, она, соответственно, будет делать всю грязную работу.
Для этого нам надо до гребаного мастера дойти. Если будем на все подряд отвлекаться, это получится. 350 тысяч серий, так что давай идем до определенной цели. Так, редкий корень редкого растения. Не знаю, для чего я нахуй он нужен, неизвестно. Побежали. О, мамонты. Мамонты не осилим, даже можно не выпендриваться. Закатать губу. Бородавочника можно. А он опасный, что ли? А чё он живет, чё он не умирает? О, ебак, кто такой? Гиена, гиена. Ну, или кто это, шакал? Дикая собака, охренеть. Продавочник тут сдох. Вырежем мясо. Ладно, переплываем на ту сторону. Надо хотя бы аванпост успеть захватить и приблизиться к этому. К Тинсею. За две серии, я думаю, мы его заманим к себе, да? В свою деревню, чтобы он нам дал навык по приручению зверей. Можем было приручать всех подряд. Сланец, сланец. Сланец, ты засранец. И идем захват. Сейчас через огонь будем делать. Жир животного у нас много. Мы еще подожгем, пускай там горят все. Че? Будет круто. Сейчас попробуем через огонь с ними сыграть, посмотрим. Сигнальный костер, ну я понял, о, птицу. Нет, полетающий не попаду, давай стрела. Блин, надо альху собирать, у меня она заканчивается. Стрелу-то я через альху же делаю, вон она. Ну-ка, через нее дело было 12. 14, да, через нее. Мы этих, ну, особо сильно убивать не будем. Будем убивать их только в том случае, если нам надо мясо. Для лечения, соответственно. Бля, волк, смотри. А я убил волк? Нет, наверное, не убил, мне кажется. Да, вот сразу сигнальный костер. Отмечает вашу территорию после того, как вы их захватите. Зажгите сигнальный костер, чтобы, убив врагов поблизости, чтобы захватить их для своего племени. Захваченные костры. Быстрый телепорт. В принципе, все ясно. Тут, наверное, по-любому кто-то есть, да? На этом костре. Давай сразу подожгем. Сейчас кого-нибудь пальнем. Интересно, стрела будет долго гореть или нет. Кто тут? Есть кто? Враги должны быть, наверное, какие-то, нет? Он что, пустой, что ли, блин? Серьезно? Ну, давай зажгем. Да, он пустой был. А где враги? Кострище на Куки. Захват сигнальный костер. 400 опыта. Вот. Быстрое перемещение. Ну я понял. По красоте, смотри, мне альха нужен один. Тайник, тайник, где? Да. Мясо у меня, в принципе, целое. Плюс 3 новых жителя.
это хорошо. Плюс один к навыку. Ну, в следующий раз мы уже, соответственно, сможем переместиться сюда. Пойдем к этому великому мастеру, бля. Тинсей, ой, это что такое? Нельзя собрать. Я не разобьюсь тут. Зря я его, наверное, атаковал, я его не убью все равно. По крайней мере, этим луком надо делать копии какие-то очень жестко. О, бля, это дикая собака, дикая где? Есть ланшот. Ланшот, красоте, снимаем шкуру. Кто-то бежит, кого-то вижу, какой-то тварь. Надо постоянно подделывать стрелы, они заканчиваются. По-любому будут навыки для улучшения, то есть увеличение стрел, там, всякой хрени. А этот не умер. Олень, ну пойдем по его следу. А не, вон он, походу, да? Нет, это простая коза. А куда олень делся? Я думал, он умрет. Его, наверное, этим копьем надо, да, вот этим, здоровым. Пробивать его же на тушенку. Так, там кто такой? Что за лагерь? Опа, пещера Валк. Валковы. Пещера Валковы. Опа, опа, опа. Ну, в пещеру пока что не хочу. Без своего верного спутника, да? Когда будет у меня свой зверь, тогда можно что-то и сделать. Так пока опасно меня убить могут. Это что, ну, орлы, что ли, какие? Опа. Еба мамонт. Его там жесткий мамонт. А он меня, ну, атаковать будет? Мне это интересно. Ну, например, если я мирный. Мамонта я тоже не убью. Можно, конечно, убить, надо 1 000 000 стрел. Он что-то могу создать, смотри, что могу создать. Колчан. Вот, я же говорил, можно улучшать до 16 стрел, то есть, смотри. Ой, красиво вообще. Ну, теперь только надо деревьев целую гору. Так, там еще кто-то бежит. Ну, потихоньку прокачиваемся. Да, вот. Альха-альха. Обязательно сберем. Игрушка, походу, дело такая довольно-таки обширное, придется все обследовать как следует. Чтобы, соответственно, все навыки прокачать, нам все костры, все территории и всякую хрень собирать. Все придется делать. Какие-то костры непонятные. Кто тут был? Отдохнуть можно. Но я думаю, опасно отдыхать-то. На открытой местности-то. А то отдохнешь и не встанешь больше. Хочу приручить кого-нибудь прям. Хочу медведя, хочу льва, хочу волка, хочу саблезубого тигра найти. Ебать, вот тебе и медведь.
Давай спугнем его, наверное, да? Ну-ка, а сохраниться можно? На всякий случай, вроде. Опа, тихо. Что происходит? Нахуй иди, нахуй иди. Ебать, еще какой сильный. Да ебать, он меня догоняет. Все, пизда нам, короче. Шаман Тинцей, помогай давай, блядь. Тихо. Тише, Мишка, тише. Летим, бля, летим. Чуваки, все, пиздец нам, пиздец. Тинсей, помогай, Тинсей, братан. Отъебался он от меня, медведь. Да, медведя не убьешь. Еще раз, сори за то, что кричат у меня собаки, с этим ничего не поделаешь, я уже предупреждал. Горите, суки. Блин, еле ушел. Ебать, все, вообще древесины нет. Ба, они жесткие вообще, эти медведи, это пипец. Чтоб его убить, это надо изъебнуться прям как следует. Да хватит тебе гореть, мясо съешь. Кстати, ну вот это какая-то новая. Все кто-то ходит, постоянно мешает бы. Чего я не хочу трогать, они меня, наверное, сейчас бить будут. Опять что такое. 250 опыта, нифига, нормально. Рука дальше. Одна из 100, нихуя себе, сколько их тут. Представляешь, одна из 100. Это же жестко. Удам это типа враги, которым мясо жрут наши. Убивает нас и сжирает. Винджа, вот еще одна рука. Собираю все подряд, пригодится для чего-нибудь. Еще 250 опыта. Нормально опыт накидывают за них. Да, чтобы все руки дальше найти, это, наверное, пещеры все проходить. Ну все надо, короче. Чтобы было по красоте. Так, это шаман, пойдем к этому дятлу шамановскому. Так. Древесины вообще нет. Надо вот эти открывать тоже. А мне же там, кстати, ну, дали какие-то навыки, да, посмотрим. А, ночь пришла. Ночью темно и опасно. Видимость падает, а многие хищники выходят на охоту. Совершайте ночные вылазки, чтобы искать уникальных зверей. Растения и коллекционные предметы. Как поджечь оружие, удерживайте, ну это понятно. Мон, ты видал ночь что-то. Не эпически бомбическое. Идем к этому, к шаману. Шаман Тинцей. Ебать, он ебнут. Сильный дух. Ты избранный. Кто ты, человек? Или волк? Человек-волк, я Тинсей. Тинсей-хасан! Бальзай-у-якала!
Я звать сильный дух, медведь, носорог, тигр, затем появится ты. Фу, крысиная кровь. Я знать безопасное место, ты идти туда, тинсей. Нет. Руку. Ебать. Кровь, чтобы видеть, как духи. Что там за хуйня мне намесил? Ты пить из сосуда жизнь. Это не жизнь нихуя, это смерть будет, чувак, если я это выпью. Такар, пить. На. Все, пизда. Накрыло. Ну, стоит двух свободный быть, пусть ходить куда хотеть. Траванул меня гад чем-то. Да какой-нибудь превьюк шут выберем, да? Вот так вот, например, а почему Беннет? Смотреть в камеру лось. Лось, олень, точнее, Олежка. Давай вот так вот. По красоте. Звери меня не пугать. Вот он. Олень. Следуй за проводником. Ты что ли мой проводник? Куда ты вести меня? Ебанутая сова. Потому что накрыло Такара, пиздец, как русский. Нихуя, это я что ли управляю? Вот, чуметь. Стоять, сраный дух. Оп, пошел. Вверх, вверх, вверх. А как мне ее догнать? Смотри, как она быстро. Уходит от меня. Вот по доску. Опять куда-то лететь, Такар, перенюхать. Ну это типа снится ему, да, получается? Или что, типа того же? Либо галлюцинация, то есть из его ж тела вышел дух. Он общается со другими духами животными. И покрасивый, стой. Повернись, давай. Опа. Все по красоте. Чем-нибудь на превью потом. Пригодится. Так, куда? Че? Куда идти? Следуй за проводником. А где он? В смысле, а где проводник-то? Ну и куда мне дальше идти? А, вот тут. Разбери и попробуй куда-то идти за ним. Тут что-то прет прям нереально. Тащит, контрольная точка. Такар, приручать зверей срочно. Ты показать мне. Уя, это что, типа, могу в птицу превращаться, что ли? Бля, я догоню сейчас его, смотри. Нет. Его, походу, нельзя догнать, точно.
получается, ну, я тоже, типа, какая-то птица, да, я лечу за ним. Скорее всего, ну, сова, наверное, тоже самое. Эй, подожди, ты куда ушел? Ебать, сейчас разобьешь. Чё-то погода не благоухает, не сопутствует такая. Я себе торнадо. Ну чё, смерч будет, что ли? Ну чё, или ну, это конец пока. Или это новый смерч? Это совиный смерч, наверное? Жесть, тут уже покруче. Волки, тигр вроде, да? Ну, тигр или лев кто-то у них. Ягуарчики, это понятно сразу, либо леопарды. Вот он гад, вот его надо приручить. Вот его я хочу приручить. Давай. Ну-ка, повернись ко мне. Повернись, повернись. Саблезубый монстр. О. Грызли вот тоже нормально. Да, сколько? Тебе ебать, что ли? Шутка, шутка, шутка. О, все, первый наш сова, да? Ах, а я-то думал, как диких зверей приручать. Все, надо вот завтра с волком повстречаться так. И все, будет огонь. Теперь быть моими глазами в небе. Видение зверя. Звери. Звери только. Видение звери. В Руси много уникальных мест, я понял. Ты подчинить сову. Ебать, тенсей, штырит, просыпайся. Не сон. Дух совы называет тебя хозяином зверей. Да, ты идти хозяин зверей, усмирить диких духов, заставить их помочь тебе. Он хоть и ебанутый, но навыки у него хорошие. С приручением зверей. Хозяин зверей, ты укротить сову сможешь, укротить воющего зверя? Ты найти белого волка, вожака стаи, только ты укротить его, дикий дух. Ну, пойдем, укротим. Бля, надо было, ну, у него все попиздить в этой хате. Че у тебя тут есть? Редкий южный клён, смотри, сколько редкого. Чё мне, типа, дикого волка сейчас надо усмирить? Мясо, сланец, зеленый лист. О, лук доступен. Так, а для улучшения колчана что еще надо? Перья. Два пера надо. Соответственно, надо птиц гасить, да? Тычку жалко. Токар убивать удом. Сжигать козлов.
Почему-то загорается только один. А, это мои, да, да. Своих бы не покоцать. Полей, козло. Ну это что-то типа схватки их, что ли, какие-то. В голову два раза, представляешь? Насколько это жестко. Ну а чё больше нет мест, чё у меня там забито так сильно? Так, тут медведь где-то агрессивный, но... А чё у меня по заданию? Нет вообще мои задания. Навыки пока не буду трогать. Посмотрим, вот это не откроется, мне надо. Качать так пока не будем. Приручить волка, да? Это где он? Где он мне дал это задание? Мне куда идти-то? Или я у него не взял задание? Пойдем возьмем. Ебать, вон медведь тебе. Уходим к этому. В пещеру он не имеет права заходить. Тут сам... Шаман Кинсей. Где этот мудак? Че он мне не дал задание-то? Укротить волка, наверное, надо взять у него. Ту мяуга. Винджара нартар лачаш. Ти лауга саквам. Мусану джаусман. Ну это такар, что ли, говорит, да? А, вон показано, сколько надо идти, да? Дождика, а почему у меня там пропало? Шаман Тинсей. Какое событие Винджи, бля? Надо эту сову, что ли, призвать или что? А, ну на двойку можно сразу поджигать. Они опять все здесь. А как эту сову-то призвать? О! Так, тут трое сидят, то есть можно посмотреть сюда. Его нормально, приколденс такой, смотри, ну это я на сове летаю. Зрение охотника по следам зверя. Точка маршрута и выйти. А, то есть все, я понял. Ну-ка, а далеко она может, ну, улететь точно? Внимание, ваша сова слишком далеко. Ну вот где-то, ну сколько, 500 метров, наверное. Ну, около километра, короче, может. Около километра примерно. Так, давай уходим отсюда, пока медведь-то нет.
Теперь такие враги, смотри-ка. Короче, можно на быструю клавишку. Поджечь их нахуй все. Ай, хорошо, горят, да, по красоте. То. Я вас нихуя не видно, вон ты где. Я не вижу, где он. Вон он, сука. А чё ты не горишь, тварь? Кто ты, сука? Загорелся. Сука, все равно кто-то по мне мочит. Где он? Я его не вижу. Вы мне покажите, блядь. На карте кажется, хуй знает, куда надо идти. Этот сдох. Короче, если не в голову, с двух выстрелов ложит, если в голову, то с одного. Это логично. Так, я могу тут спуститься-то? Так, арт-аворот манал, там медведь здоровый. Сожрет меня еще. Ой, это тоже что-то какая-то локация, да? Чуть так. Я так и знал, что вы на меня сагритесь, суки. Давай, 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 что ты? Такар мастер лука, опа. И все, насос забираем. А это что такое? А ты что, агрессивный что ли? Есть агрессивный кабан. Я думал, они мирные. Тут, ну, это все поджечь можно, наверное, да? Смотрим, что будет. Да, смотри. Сейчас типа ну по линии пойдет, так все возгорать, нет? Нет, не пойдет. Так, я не знаю, короче, куда мне идти. Шкурка кабана, мешок охотник. А, увеличивает. 12 кусков мяса уже, смотри. Не, ну нормально по навыкам. Тут еще вот эти вот приручим кого-нибудь, да? Не приручим, но найдем точнее. Навыки. Навыки пока не будут прокачивать. Мне надо прокачать хозяин зверей. Так, давай тогда быстро тэпнемся. Блин, у него надо было взять задание, но я знал же. Не взял я у этого гребаного шамана за задание. Задание не взял. Кто, блядь, здесь? А почему я так медленно бегаю? Меня все догоняют. Я хочу быстро бегать. Блин, вот была птица. Мне же эти перья нужны на птицу найти. Не найти, ну, а засечь ее. Опять к этому, к шаману, что ли, идти? Заебан этот шаман. Или нет? Не, вроде не к шаману. Ночь приходит. Ночью страшные охотники выходят на охоту. Я страшнее, блядь. Волк, например.
Как вариант, он боится огня, правильно? А чё он не умирает со стрелы в заднице, я думаю? Далеко не побегаешь. На тебе ещё, блядь. Сдох, смотри-ка. Шкуру волк. Жареного волк. Да, это, походу, сейчас новый квест. Начнем шаман Тинцей, чтобы его в деревню к нам загнать, надо выполнить. И очень с заданием. Наград 750 принять. Давай вот здесь сохранимся. Я надеюсь, я отсюда начну, а не от своей деревни, потому что я тут сохранился. Ну-ка, можем вручную? Сохранить. Вот, давай вручную тут сохранюсь. В следующей серии уже пойдем на задание шамана Тинцея. В этой серии мы хотя бы до него дошли, уже егошнее одно задание прошли, второе задание в следующей серии продолжим. С вами был Рэмплей. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Всем до встречи, всем пока.